Что может делать партнер, находясь в боковом удержании? Он может попытаться развернуться к вам лицом, ну, делать приветку, да? Вот, соответственно, рука, да? Что можно, я люблю здесь делать вот так. Я беру как бы подмышку ее, а локтем упираюсь в ребра ему, да? То есть, с одной стороны, я как бы контролирую руку, с другой стороны, оказываю давление на его корпус и вот таким образом контролирую его. Дальше что мы делаем? Смотрите, вы можете пойти, ну, попроще вариант, да? Зайти на 90 градусов, как бы в север-ю, потом прыгнуть на корточки, грубо говоря, да, то есть одна нога у вас встанет под лопатку сюда, вторая рядом с головой. Вернуться, да? Ну и дальше все знают, как делать рычаг локтя плотно. И очень важно, да, я просто сейчас видел, ставить ноги на ковер, потому что если они у вас в воздухе висят, он, ну, вы его не контролируете, да, то есть вам надо все время за счет ног прижимать его здесь. Он начинает подниматься, вы его туда прижали, и плотно сжимаете колени. Понятно, да? Второй вариант, ну, кому как просто удобнее, да? Вы сразу же впрыгиваете отсюда, да, можно чуть голову отжать его. Левая нога встает под мышку, правая где угодно, вот здесь на самом деле, перед ним, да, и вы разворачиваетесь на 180 градусов, то есть это на дальнюю руку рычаг, да, на ближнюю руку, соответственно, партнер может и от вас как бы начать укатываться, да, но здесь, кстати, видите, он начинает укатываться, можно ему помочь, то есть убрать контроль вот этот, да, и, соответственно, здесь тоже вы эту руку ловите и также впрыгиваете на корточки, на рычаг, то есть у вас правая нога пойдет под лопатку к нему, левая через голову, прыгнули, сели на рычаг, вот, соответственно, если у вас как бы стандартный кроссфейс, да, он начинает укатываться, да, ну, видите, сейчас либо рука, видите, он иначе не укатится, то есть если у вас рука вот здесь, под головой у него, он никак не укатится отсюда. Он ее будет пытаться просунуть. Вот. Ну, отсюда можете попробовать и за спину пойти. То есть плотно прижимаем его, подбородок на плече. Вот эта нога сейчас ложится параллельно его туловищу, прям под лопатку. Правая нога шагает. И мы садимся не назад и не вот туда, а по диагонали, вот в угол. Здесь все как обычно. То есть если у вас не получилось ногу заправить сразу, то вы прихватываете таз, растягиваете, заправляете. Ну и я бы, да, в данной ситуации перевернулся бы на левый бок, потому что видите, левая рука какая. И оттуда уже можно подавать. Вот такая история. Работайте, дальше бороться будем.